Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, и это мой канал Мистер Кэт. И сегодня топ-5 самых прекрасных лесных пещер Скайрима. 5-е место. А на 5-м месте у нас локация Грот Утопленника. Она находится недалеко от Камня Леди, вот Вайтран. Господи, как же тут круто! Огромная лесная пещера, у которой две развязки. Я вам очень рекомендую сюда прийти до прохождения квеста с кольцом Херсина. И вы получите очень крутой бонус. Я думаю, вы уже меня поняли. Если что, напишите в комментариях. Также, друзья, вам здесь придется сделать непростой выбор. Все зависит от вас. Блин, я здесь увидел, как кролик пьет воду. Кролик, черт подери, пьет воду. Постоянно узнаю об этой игре что-то новое. Господи. Да, и полазьте тут. Тут много всего интересного. 4-е место. Пещера «Желтый камень». Когда сюда пришел в первый раз, я просто стал и наблюдал за этими водопадами, за этим освещением. Боже мой. А вот эта вот огромная локация, на которой какие-то столбы и летают птицы, это все освещается таким невероятным образом, что просто... Вау! Блин, друзья... Скайрим прекрасен именно из-за этих мест. Эти места — это просто что-то невероятное. И между прочим, если вы придете сюда в первый раз без квеста, то здесь будут только волки и какие-то там лесные жильцы. А если вы возьмете определенный квест, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, то здесь будут уже огромные дядьки. Многие меня поняли. То есть сюда можно вернуться 2 раза, и локация обновится. Это просто фантастика. Господи. Обожаю эту игру. 3-е место. Следующая локация — это Поляна Предков, недалеко от Фолкрита. Она добавляется только с DLC Дангард. DLC про вампиров. Боже мой. Ощущение просто невероятное. Эти бабочки, между прочим, они уникальные, которые здесь везде летают. Это огромная локация, луч света, который пробивается с высоты. Эти водопады навсегда останутся в вашей памяти. Я думаю, многие здесь были, потому что проходили это невероятное DLC. Но я, друзья, я сюда возвращаюсь все снова и снова. Потому что, ну вы сами все видите. Локация просто волшебная. Без лишних слов. 5-е место. Помните, какой предмет в этом кругу? Да. Он появляется только с определенным квестом. 2-е место, друзья, 2-е место. Камень Атранаха, святилище Великого Древа. Да, друзья, это место просто чудесное. Это огромное дерево, которое в конце... подсвечивается. Вау. Да, друзья, у меня Special Edition. И даже на легендарном издании тут все очень хорошо. Эти гейзеры, которые шипят. И ты смотришь на это дерево и понимаешь. Красота это ты. Красота просто фантастическая. Да, тут есть персонажи, которые просто тут живут и наблюдают. Наблюдают
за этим деревом. Или охраняют его, я уже не знаю. Хотя нет, охрана тут есть, и она другая. Совсем другая. Также у этого квеста есть две развязки. Да, если вы возьмете квест, тут есть две развязки этого квеста, который я узнал только в последнем своем прохождении, друзья. Я, честно говоря, обалдел. Посмотрите мою серию, я прикреплю внизу к описанию этого видео. Перед первым местом, друзья, я бы хотел вам порекомендовать посмотреть мое видео, где можно на первом уровне получить нулевой монокост манны. Совершенно бесплатно. Поставьте лайк, посмотрите его до конца и оставьте ваш комментарий. Спасибо. Первое место моего топа. Локация — пещера «Зеленая тень». И вот почему эта локация на первом месте у меня в топе. Боже мой, у меня прямо сейчас мурашки по коже пошли. Обалдеть. Я не знаю почему, но эта локация обладает каким-то чудом, каким-то психологическим давлением, или именно на меня она так влияет. Я не знаю, друзья, но она какая-то другая. Она какая-то волшебная. Вау! Просто нет слов. Я ее открыл в своем последнем прохождении впервые и просто обалдел. Вы только посмотрите, огромный остров. Невероятное. Невероятное ощущение, друзья. Того, что это место занимает первое место в моем топе. Сумасшедшая локация, которую вы должны посетить прямо сейчас. Заходите в Skyrim и отправляйтесь в эту локацию. И вы почувствуете эту магию. Всем огромное спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно напишите вашу любимую локацию в игре Skyrim. Мне будет очень интересно прочитать. Спасибо, друзья. Счастья и всем пока.